Ну что ж, всем привет, друзья, зрители и подписчики, с вами Антеп, со мной Хамстер Дед. Мы сегодня пробуем играть в Sign of Silence, если я не ошибаюсь. Всем привет, дорогие друзья. Что, поехали? Давай. Готов? Да готов, 25 секунд ждать. Да ладно. Чтобы вызвать спасательный вертолет, нужно заправить генератор и установить недостающие предохранители на радиовышке, а потом подать сигнал от СОС. Чтобы подняться на мост, с которого вы упали, нужно воспользоваться подъемником, установив в него новые предохранители. Что делать будем? Предохраняться или, блин, совокупляться с культистами? Главное, чтобы они нас не кусали. Ой, не знаю, сейчас, мне кажется, будет просто терячка нахрен в пространстве. Амур, амур. Амур, аму. Ламур, аму. Нёни. Удади. А, чтобы вызвать... О, мы будем сейчас в разных местах на карте. Классно. Кстати, думаешь? Кстати, ломай снеговиков. Найдешь снеговиков, ломай их. Это какая-то новогодняя шляпа? Наверное, наверное. Я уже сколько, 8 что ли сломал? Из 100. Из 100? Да. Понимаю. А еще есть какие-то это, записочки. Это что, без продыха? Их что, без продыха надо ломать что ли до этого? А что налагает? Ну подожди. Ты сильно не щелкай, потому что... На кого смотреться-то можно? В смысле сильно не щелкай? Батарея кончается. О, снеговик. Ибо. Я ему голову сломал. А вот еще снеговик. Да. Я ему тоже голову сломал. Каждый для себя ломает. Это херовенько. Это хорошо. Снега. Ты в шапке еще в красной. А я в шапке тоже в новогодней. Да. Блин, я застрял в чем-то. Чувак. А? Я вижу снеговика. Чувак, мне сыкотно. Уже 3 сломали. Как ты... А, ну я понял, как ты ломал. Сидит, задротит. В котиках 80 уровней набил. А, да, блин, ты уже 65-й. Так, ладно, как... Вон еще, слышь, у меня снеговик. Ага. Нет, я просто прошелся, я говорю, я нашел товарища одного. Тут если по дороге идти, то к этому дебилу можно прийти. А наверху что-то есть справа. Там светится вон. Антенна какая-то, спутник. Нет, тут ничего. Как? Вон он. Справа, правее. А-а-а. Блин, у тебя игра тоже подфризывает? Нет. Но она у меня всего в 40 FPS работает. Вот, видишь, их здесь до хрена. Вот и все. Вот тебе и 15 штук. Сейчас сюда зайдем и тут еще сломаем. О, ёпта. Что делать? Итак, история Дэвила. Ой, Данвилла, ёб-дебил. Блейк от 8 мая 6 года, Бостон. Выписывая первые строки на этой странице, я даю жизнь моему новому журналистскому расследованию. Предметом изысканий становится город Денвилл, застерявшийся в глухих лесах Массачусетса и окутанный мрачной атмосферой таинственных исчезновений людей. Судя по сведениям, что мне удалось собрать,
по библиотекам штаба штата. Библиотек. Библиотекам штаба Денвилл в середине прошлого века еще не был стремительно вымирающим городком. Сегодня я могу сказать, что город по сути мертв. Бля. А, батарея восстанавливается, слава богу, ёпта. Это ты? Ну да. О. У тебя тоже гул какой-то лютый стоит? Да. Иногда. Да. Ух, ёп! Кто? Где? Ты... Откройся, дверь сраная! О чём я... Блять, я ухожу отсюда, ебал я в рот так. Это я там по стеклышкам походил на прилавке. Слева кто-то есть. Тут еще. Куда один. Ты побежал, Данигас? Тут там этот был. Кто, где тут? Вон кто-то ходит, ходит кто-то. Ты видишь это? Нет. Вон справа, смотри. Там фонарем светит? Да. Это культист, скорее всего, потому что... И чё, куда мы идём? Не знаю. Пошли куда-нибудь. Пошли налево. Ты, конечно, да. Короче, надо смотреть под ноги. Да подожди, не толкайся, ты меня пугаешь. Птица. И что это значит? Люх, 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 ёпта! Вон он. По прямой. Где? Куда я свечу? Ты заговорил в игре? Да? А, ну да, он микро, я вижу. Выключи его. Так, громкость, чувствительность, инверсия. А здесь нету. Я не знаю, как я заговорил. Качество, разрешение, глубина. Здесь нет типа этого. Блин. Во, и ты заговорил. Да? Да. А сейчас? А сейчас? Да. А сейчас? А сейчас? Да. А сейчас? Да. А сейчас? И сейчас. А сейчас? А сейчас? Да. А сейчас? А сейчас? Да. А сейчас? А сейчас? Да, блин, да. А сейчас? А сейчас? Хуй сейчас, блин. А сейчас тоже разговариваю? Тоже разговариваю. Да. Капец. Блин, ты у меня дублируешься жестко. Я не могу так играть. Ну, ты у меня тоже стал дублироваться. До этого не дублировался. У-у-у-у. А сейчас пропал? Да. На Б. Что на Б? Нажми на Б, пропадет микро. На какое Б? Английское? Да, да. Не знаю, нажимаю, ничего не происходит. Ты меня слышишь еще? Да. Не знаю. А сейчас меня слышно? Но меня тоже сейчас не слышно, да? Угу. Я на какой-то нажал. Но не на Б. Они где-то
Эти черти хрустят где-то. Может нам сходить куда надо, с тропы или чё? Да нет, нам надо найти предохранители. Вот тропинка есть какая-то. Справа. О. Будь здоров. Опа-на, стоять. Что? Да, ты видишь эту хрень, жопу? Пошли в другую сторону. Ну, кстати, фонарь быстро восстанавливается. Ну да. Ля, спортсмен. Комсомол. Ка. Ну его нахрен. Не свети на него. Какие-то фонари, фонари, огни, блин. Что это? Деревня, что там вообще? Ну, наверное, да. Кто-то ходит здесь. Вон, справа стоит. И слева кто-то. Вот нуждик. Вот нуждик грибучий. Вижу его, да. Под ноги смотри, включай фонарь иногда. Блять, Лёха! Жопа! Мне, да? Меня загасили из-за тебя. Да потому что собака гребучая. Потому что нехрен ломиться. Я не ломился вообще, я подошел к двери, она гавкать начала, эта скотина. Шприц. Я еще живой даже. Я закопан. Ух, ебать. Твою мать, меня чуть самого не сожрали. Чувак, я бензин нашел. Я сейчас чувака видел. Именно чувака. Может, с нами еще кто играет? Но его, походу, убили. Я бенз нашел. Хорошо. А куда бенз нужен? Я даже не понял, что произошло. Так, я к тебе иду. Я знаю, где ты. Да, я знаю, где ты. Я подошел... Что... И что именно? Как тебя убили? Угу. Я подошел к двери, залаяла вонючая псина, а за домом эта скотина объявилась. Только при том, прикол в том, что если бы мы сидели, типа, тихо, то эта хрень не вылезла. Но из-за того, что собака на постоянной основе по дефолту тявкала... Скотиняк, она, короче, между домами проскочила. И так как ты был ближе, чем я. Да, я был между. Она сказала. Она сказала: привет. Ту-ту-ру-ту-ту. Привет. Блин, она не за мной. О, грибучий капкан. Сейчас он как щелкнет, да, и мне жопа придет.
А вон, кстати, а как мне... А как мне к тебе попасть? Я вижу, куда бензин надо. Просто иди. А мне к тебе надо. Прикол в том, что я не могу пойти к тебе, у меня горы с этой стороны. Ух, ебать. А еще я боюсь, что у меня окажется какая-нибудь говняка перед носом. Да, у меня так и вышло. Грибочки будешь? Чувак, я к тебе иду. Но у меня лысый тут. Блюет. Ёб твою. Мама. Беги, дура. Стой, дед, стой, остановись. Да я здесь, нормально, я в... Бля. В демике. Ебучий капкан, а. Там бензин нужен, да? Да нет, здесь, ну, вообще показано, что вроде да. Но я предохранитель один из трех нашел. Блин, а я не смотрел, кстати, когда бензин взял. Может, бензина тоже один из... Тоже три штуки надо найти. Да, я тоже не смотрел. Я просто... там видел, что три их как бы требуется. А, вот он-то. Оно где-то кряхтит сзади. Чё, попробуем дверь открыть? Оно открылось. Да? Ух, ёптить, сраный снеговик. Там вон можно. Ты слышишь, это шепчет какая-то скотина? Да. Что там? Сигнальный пистолет. Только я не знаю, можно ли стрелять им. Это ты был? Нет, я стою вообще на месте, не шевелюсь. Он за стенкой. Так, а войти здесь больше никуда и нельзя, да? Да нет, он одноэтажный. Файер есть. Чё, куда дальше? Где бензин нужен? Да вообще... А, здесь то ли документ. Слышь, подожди, здесь походу документ... Это документ, а не... Тут... Давай, я за тобой. Вот она, да. Третий из четырех. Северный лес. Страница из дневника Блейка. Я заперся в старой развалине хижины лесника. Мой поход был ужасной ошибкой. Не нужно было даже приближаться к этому проклятому лесу. Пишу эти строки трясущимися руками, и теперь точно могу сказать, что страшные легенды не врали. В опустившейся мгле мне удалось выбраться на небольшой холм, выросший посреди лесной чащи. Вот в тот момент я окончательно убедился в правдивости всех историй о лесном существе, о звере, что пожирает и утаскивает людей в свое логово. Я обнаружил это гнездо дьявола. Огромное высохшее дерево, вот где я был.
Настолько старая, что казалось ему тысячи лет. Неестественно вывернутая с массивным основанием и стоящая в одиночестве, оно выделялось среди других деревьев. Среди корней этого дерева я смог разглядеть некий разлом, в глубине которого виднелась нора, но ужас во мне в меня вселило совершенно другое. Короче, да, я когда вылазил, там типа чувак какой-то был. Он посмотрел вниз. И вот... Снеговика вон там бахал? Как где? Вон там. Нет. Бахай. Выходим? Я думал, я... Да тут можно забаговать, короче, эту падлу. Не надо баговать. Оно и так как-то работает непонятно. Ладно, куда двигаемся? Сейчас. Давай, а на улице? Да блин, ну ты же знаешь, я люблю забаговать всякую дичь. Ладно, пойдем вот сюда. Хватит, не мигай. Так, в этот дом по-любому можно пройти. Так, тут кровяка. Ага, здесь какие-то доски. Сзади кряхтит какая-то срань. Заходи. Заходи, не бойся, выходи, не плачь. Не плачь там. Блин, свет нельзя здесь включать, чтобы... О, тут, конечно, да. Ам-ням. Северный лес, 4 из 4, страница из дневника Блейка. Направив слабый луч фонаря в нору, мне показалось, что вижу человеческую фигуру. Вот. Подойдя ближе и присмотревшись, я едва смог сдержать крик, только это и спасло мне жизнь. Ничего человеческого в том, что я увидел, не было. Нет, 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 то чудовище было порождением кошмарного творца. Бледное, паукообразное, вывернутое словно наизнанку. Оно было занято пожиранием чего-то, что я не хотел бы знать. Если вы это прочли, то, видимо, я все еще жив. Знаете, что оно полагается на слуг. Слуг. Слух. Mm-hmm. Оно слышит тебя. О, смотри, этот. Как его тот-то? Да. Че, кого? Да на фотке он этот нарисован, как здесь его тот-то. Здесь еще одна комик. Есть. А, ну стой, может быть. Да, мне надо было посмотреть. Так. Что, выходим тогда? Здесь ничего. Я один фаер взял, и вот еще один. А ключ гаечный, не? Да нет. Точнее, это даже газовый, наверное, а не гаечный. Вот здесь, типа, что-то... Там... Стекла! Под ногами стекла у тебя спереди. Наступишь, это говно прибежит. Там культист справа ходит. Блин, а что же здесь такое? У меня здесь что-то есть. Может, здесь откопать что-то нужно? Вот смотри, я ухожу. Там дерево. Типа кристаллик, это, наверное, ты отображаешься. Нет, так. Не кристаллик, типа шаурмы какой-то. Документ? Ну, у меня документ нарисован, но он желтый. Ну, документ вот в этой шараге ты, типа, тоже должен приоткрыть, чтобы оно исчезло. Он в этой, документ в этой. А, то есть, он пропадает, да? Да, он пропадает, когда читаешь. Понял. Ну это тупо, могли бы как-то... Нет, вот мы уходим, связать. И это здесь остается. Ладно, вон там, как это называется, где деревья пил, лесопилка, во. Сейчас, подожди, ты стартанул, блин, а я тут остался.
Ля тут, конечно, эти грибы здоровые. Угу. Давай до лесопилки попробуем дойти. А он красным вообще горит что-то. Да, 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 туда. А я тут не могу. А, невидимая стенка. Невидимая стенка. А, культист, аккуратней справа. Фонарь выключи. Может, в теремок попробовать зайти? Какой? Наверху, который? Да. Светом, светом не пали, походу они палят свет. Я так на лысого посветил, он на меня напал. Не. Ни хрена, да? Mm-mm. Твою мать. Он идет сюда, да? Нет. Грибучий траппер. Я тоже попадал. Он вообще ходит или что он делает? Да, ходит, но смотри, здесь вот по прямой. Я понял, культяп. Здесь никого нет, отвали. Справа. Сраная игра, блин. Справа, справа. Аккуратно там. А, их двое тут. Меня тяпнули. Да, все, ты ушел. Нет, я здесь. На ку можешь меня увидеть. А как тебя тяпнули? Ну этот дурачок стоял-стоял и меня пугануть решил. Ушлепок лысый. Справа где? Опять какие-то фонари. Ну с кремаком. А как он меня вообще может запалить? Не опять мы пришли к этим домикам с собакой грибучей? Да. Опачки. Да, ну это... Блин, ну я не хочу взаимодействовать. Здесь мы были, я вон там бензин брал в лесопи в этой. В ангаре в этом. А вот здесь... Здесь не был, не смотрел. Тут бумажка есть. О, снегоступ. Вот кряхтел, да? Где-то возле дома ушлепок там. В этот дом можно зайти. Да? Да. Хотя нет, нельзя, но... Одна из четырех. Северный лес. В один из первых дней после прибытия в Денвилл я направился в лес в надежде отыскать доказательства или опровержения тех сведений, что мне удалось получить об этом месте за время моего присутствия здесь. Направление было выбрано на север, в сторону болот, находившихся западнее реки Колдстоун. Уже пройдя приличное расстояние от поселения, довольно скоро я стал замечать, что лес все гуще, здесь гуще, чем в других местах. Чем дальше тропа вела меня в лес, тем чаще я ловил себя на мысли, что кроме звука собственных шагов вперемешку с шелестом листа я ничего больше не слышал здесь, ни птиц, ни животных. Вокруг царила мертвая тишина, где даже звук собственного напряженного дыхания казался невообразимо громким. Стой, 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 не двигайся. Да я вижу. Опа-на, что-то есть. Шприц взял. Угу. И фаер. Дверь закрыта. Обхожу эту хрень всю. Опа-на. И? Нравится?
На это что, спрятаться можно? Тут можно, да? Нет, нельзя. Мне показалось, что я мог взаимодействовать. Ну ладно, наверное, показалось. Я застрять. Короче, как я понял, слышишь, это отображаются локации. Лесопилка, там я не знаю даже что, и там... Ну, наверное. Это, наверное, то, что мы находим. А интересно, как они нас тут поймают, если, по идее... Да, они найдут, как. Ну, ладно, там... куда еще пойдем? Ну, около дерева я был, но там вроде ничего не было. Нет, в лесопилку можно больше не возвращаться. Я Бенса здесь нашел, все. Нам нужно куда-то еще идти. Ну, пошли слева. Бутылки аккуратнее, вот они. Блин, как тут много. А куда ты хочешь? Никуда, снеговиков хочу нагнуть. Все, здесь мы были, а карты... Значит, смотри. Вот к этому дому не подходи, там собака хребучая. У меня один предохранитель есть. Два фаера, два шприца. У меня два фаера, один пистолет сигнальный, шприц и бензин. Канистра одна. И все, я отключил нам микрофоны. И тебе, и себе. А здесь? Через таб. Все, я понял. Капс, да. Ты жив? Точно? Ты какаешь? Да. Моралес. Да. Где твоя паутина? Лезет. Сука, гребучая. Гребучая псина, твою мать. Правда, она коричневая. Ну ладно, это новые эти технологии, более такая она вязкая. Я лодочный мотор только что спер. А ты говорил, не надо. Тихо, тебя в припрыжку, блин, улетел. А, дверь закрой. А то дует. Грёбаная псина, твою мать. Дайте мне ружье, я ее. А, у меня ж фаер есть, точно. А где он? Вот он у меня в руках. Не-не-не, да где этот черт? Ух, ёб твою! Я сдох, да? Ебать! Ебать! Я сдох тоже? Нет, ты живой, в смысле? Ебать! Меня понял, меня в крышу засосало аж! Ух, ебать, сосраться! Все, ну это похороны, да? Или ты еще жив? Нет, сейчас я умер. Тогда, видать, меня паукан утащил. А ты забрал этот? Моторную лодку, да? Да. Все, хорошо. Блять. Ты за мной наблюдаешь сейчас, да? Да, сука. Я не думал, что он А он телепортируется, они. Поэтому они могут везде достать. Классно, классно, вкусно. Вон он ходит с бомжом, с ручным. Ты видишь это? Да, ручной бомж, блядь. Убля. Опасно. Пизда, Алёшки, выруби свет, блин.
и не двигайся. Здрасте. Ты думаешь, он жив? Ебал, сейчас дернется резко, и тут могу душу отдать. Как это, да, Бэтмен. Башка болит, понимаю. Это после Нового года, людишки, блядь. Зря лезу. Мне надо дёбнуть голову. Ебать, ебать, тебе повезло, что он не начал на тебя реагировать. Да, ну, они мне пиздюли обычно дают немножко, я убегаю. А тут что-то я не убежал, короче. Что-то в море воров мне больше нравится. Там никто не убивает пока что. Я родился! Вон у меня сосед стучит. Тук-тук-тук-тук-тук, блин, мазафак. В окно на пятый этаж. Ты куда полез? А самое главное, как ты туда полез? Волшебник. Пуньк. Тут где-то было... Бумага. Бумага. Надо было прочитать. Но ты на карту не смотришь, да? А, ну вот, собственно, она и есть. 12-13 история Данвилла. А, это первая. Я нахожусь в Данвилле уже несколько недель. Смог переселиться в сам городок и был поражен его сохранностью. По описаниям я представлял город-призрак такие, как после золотой лихорадки в Калифорнии. Однако тут совсем не так. Жители хоть и были бедны, но смогли сохранить все в первозданном виде. Вчера вечером в Данвилле я услышал крики женщины. А, выйдя из дому, удалось узнать, что пропал ребенок. По словам матери, она с маленькой дочкой были на заднем дворе их дома. Женщина ненадолго отвлеклась, а когда вернулась через пару минут, девочки уже не было. Народ встревожен, все взрослые организовали поиски по пропавшей девочке в городке и окрестных лесах. Некоторые уже понимали, что девочку найти не удастся. Судьба у пропавших в Данвилле была печальна. В этот день я снова начал пить. Ха! Вот тот он, наверное, за голову держится там. Чертило. Алкаш. Что надо? Давай прыгну на тебя, ёпта. А что будет, если на него светить долго? А, нормально, я встретил Бабу Ягу. Мотор выскочил. Вы погибли. Мотор выскочил. Да-да, у меня мотор перед носом, блин, заспавнился. Статус мертв. Время прохождения 36 минут. Помощь друзьям. Количество прыжков. Хрена ты там наскакивал, я понимаю. 105 раз нахрен. Урон от падения 44, но это сейчас было. Контактов с ведьмой. Тактов со спрутером. Вон, спрутера, лянь меня сколько там пугали, ёпта, тебя без фонаря там что-то. Там до меня все, я побежал. Пошумел. 11 раз. А, смотри, открыли всякие хрени, что там было, дерево, еще что-то. Ну да, я ж был около дерева, я ж оттуда и вылез. Так я не был возле дерева. Значит, все-таки локации как-то для всех, наверное, грузятся. Могли бы, если честно, и записки также бахать. Чтоб типа один прочитал, другому засчиталось. Все, окончим.
Ну да, закончу в следующий раз. Попробуем еще катку сгонять. Может, больше повезет. Типа, видишь, мы нашли. Типа, ты батарейку нашел, я бенз нашел. Ну куда все это дело пхать вообще? Так еще мотор нашли, по ходу дела. Бенз для мотора. Кстати, как вариант. Угу. Там либо нужно по три вещи, либо везде. Для лифт, крана просто предохранители нужно. Короче, для мат... лифт, лодка, вертолет и изгнание. Изгнание кого? Этих чертей отсюда. А прикинь, вот эта пропавшая девочка, это вот эта кудлатая хуйня. Самый простой способ сбежать на лифте, это как раз для него понадобится три предохранителя. Но они, походу, мелкие, там хрен увидишь их, да? Да нет, увидишь. Ладненько, народ, будем на этом закругляться, поэтому всем спасибо за просмотр, не забывайте прожимать лайкусик, подписываться, пишите комменты, ссылки все будут в описании, с вами был Антепс Хамстердед, увидимся в следующей серии, попробуем второй раз, может повезет. Всего хорошего, всем пока. Да, дорогие друзья, всем пока.